Отличный рецепт по приготовлению горбуши, запеченной в духовке под томатным соусом. Блюдо получается пикантным и очень вкусным. Горбуша – очень полезная, популярная и вкусная рыба. Чтобы горбуша не была суховатой, в этом рецепте к рыбе добавляем соус. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Очищаем стейки горбуши от косточек, посолив и обваляв в мяукее, затем кладем на сковороду, обжариваем. 2. Режем небольшими кубиками чеснок, кольцами нарезаем лук, в растительном масле теперь обжариваем чеснок с луком и томатной пастой, заливаем. 3. Томатная паста, не густая, если она густая, разбавляем ее из расчета. 100 грамм кипяченой охлажденной воды, на 1 столовую ложку томатной пасты, густой, кипятим немного соус и добавляем нарезанные помидоры, солим, добавляем черный перец, сахар, минуты 2-3 еще тушим. 4. Обжаренные стейки горбуши выкладываем в глубокую посуду и готовым томатным соусом заливаем. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Около 20 минут запекаем горбушу в хорошо разогретой духовке. Горбуша готова. Подавать с картофельным или рисовым пюре. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Паприка 1 чайная ложка. Горбуша, стейк 400 грамм. Соль 1 чайная ложка. Пасты томатной 100 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Мюка 20 грамм. Чеснок 1 зубчик. Лук 1 штука. Помидоры 2 штуки. Количество порций 5. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем добра, заходите еще.